Николай Дмитриевич Чураба, без сомнения, человек-легенда. Многие современные художники и архитекторы считают его своим главным наставником. Одной из самых знаковых фигур в изобразительном искусстве не только нашего города, области или страны, но и всего мира. Творение Николая Дмитриевича – настоящее украшение музеев и частных коллекций, находящихся в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. Николай Дмитриевич создал уникальное произведение, посвященное нашей родине, нашему городу, и, естественно, в основе творчества была любовь. Николай Чураба писал картины в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, книжной и станковой графики. Но, несмотря на такое разнообразие, непременно был элемент, объединяющий все его работы. Каждая из них передавала эмоции автора, выражала его отношение. Певец родного края, и сегодня так Николая Дмитриевича называют его друзья, родные и просто почитатели таланта, так как именно любовь к родной земле всегда была лейтмотивом творчества мастера кисти. Любой город, какой бы он красивый, комфортный не был, конечно, его красят люди. И Николай Дмитриевич Чураба – это один из тех, наверное, горожан, которые всю свою жизнь, ту жизнь, которую он прожил в городе, а жил он здесь с 1946 года, с 1946 года, он посвятил городу, он посвятил творчеству, он посвятил воспитанию студентов. И среди его учеников много художников, много архитекторов. Это человек, который жил для города, который творил для города, который был, ну, в какой-то степени, наверное, летописцем нашего города. Все образы города, героев, они запечатлены в его произведениях. Открытие памятной доски Николаю Чураба – событие, значимое для Брещины. Не только люди творческие с почтением относятся к одному из самых знаменитых берестейцев. Но, безусловно, особые чувства и эмоции в такой день испытывали родные художника. Семья всегда была надежным тылом и крепкой опорой мастера кисти. А потому с особой гордостью и теплотой о важности такого события говорит дочь Нина Николаевна Чураба. Я всех благодарю и хочу поблагодарить, конечно, еще знаете кого? Маму. Потому что без мамы папа бы не состоялся. Сегодня упомянули Татьяну Владимировну Чураба. Благодаря ей он прожил 84 года, хотя был очень-очень больной. И благодаря ей он состоялся как художник, потому что абсолютно он мог творить всегда. Везде, когда ему это хотелось, а ему этого хотелось всегда. Поэтому он оставил такое наследие. Так что спасибо всем большое. Анастасия Стропко, Эдуард Бакудович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.